Очередной факт грабежа полицейские зарегистрировали в 8:30 вечера на улице Жангильдина. Нападению злоумышленника подверглась молодая жительница города. У нее он похитил сотовый телефон. Я шла, получается, по гаражам, где 18-я школа есть. Шла домой, он тихо подкрадывался ко мне, и у меня просто выхватил телефон. Отсюда вырывал, чуть волосы здесь не выдернул, здесь Краснодар. Вот милиция говорит, Сережка, хорошо, что он здесь нашла сейчас. Вот. Мальчишки, получается, поймали его. Я за ним еще побежала. А какие мальчишки? Проходящие. А, потом полицию вызвали, да? Да, потом они мне дали телефон, нашли телефон в луже именно. Вот. Поймали мне его. У вас ничего телефон не украли. Задержанного прохожие передали в руки подъехавших сотрудников дорожно-патрульной полиции. Но, несмотря на всю очевидность, мужчина признаваться в грабеже не спешил. Я здесь ни при чем. Сотку вырвали какие-то парни, которые шли со мной рядом. А я просто побежал вместе с ними, и меня поймали. Задержанного и потерпевшую полицейские доставили в Альфа-Арабийский отдел полиции. Сообщение о попытке грабежа к нашему экипажу поступило с центра оперативного управления в 20:30. Нам сообщили, что неизвестный мужчина вырвал сотовый телефон у девушки и пытался скрыться. Когда мы подъехали на место происшествия, обнаружили мужчину, похожего по описанию на нападавшего, и при обыске у него обнаружили похищенный сотовый телефон. Задержанного мы доставили в Альфа-Арабийский отдел полиции, и сейчас его следователи ведут расследование по этому факту. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек. Одно из них произошло на проспекте Байдибек-Би, недалеко от озера Тулпар. Водитель автомашины Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Автомобиль двигался со стороны села Бозарык, рассказал водитель Volkswagen, когда его подрезала другая автомашина. По этой полосе, где-то скорость 60-70 максимум. И вот нас тут подрезал, резко повернул направо, это приора черный. И получилось так, что она мне въехала чуть-чуть, кажется. И мы улетели вот сюда. Как у вас? Я вот сам только очухался. Ваше состояние как? Нормально? Мое состояние вроде среднее, стабильное. Угу. Вроде ничего. Голова не болит? Моего друга забрали сейчас скорая. Не знаю, посмотрим, как будет дальше. А приор где? Привода, не знаю, уехала, вот я минут, наверное... С места скрылась, да, наверное, да, не скрылась, помогала? Кажет. Ну, я минут 5 в себя вот, я в отключке был, вот только в себя пришел, и меня вот сразу скорая. Я даже не понял, что случилось. На скорости Volkswagen вылетел на обочину и оказался зажатым между двумя столбами. К счастью, серьезного аварии никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают точные причины происшествия и разыскивают владельца скрывшейся автомашины.